Рекламно-информационная программа. Культпоход. Мы вас не обманываем. Сегодня у нас 2 часа музыкального культпохода на волне 101.0. Добрый день еще раз, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Мы, кстати, не представились, по-моему, да? А, мне кажется, час это назад, не самая обязательная часть нашей программы. Главное гостей наших представить, чтобы они были не забыть. Узнаны и признаны. Итак, сейчас можем и у нас в гостях Наталья Поволоцкая. Певица, автор музыки и текстов, танцовщица, хореограф. Вот у нас тут написано в подсказке. Здорово, это все правда. Да, можно еще продолжать, Наташа. Выступает в жанре соло, R&B, диско, хаус, поп. Тут дальше много очень всего написано, Наташа. Можно не будем уже дальше? Конечно, конечно. Всем большой привет. Да, добрый день. К сожалению, мы сегодня не запланировали прямых выступлений, но у нас кое-что прозвучит сегодня в эфире обязательно. Да, моя авторская песня. Да, прозвучит она обязательно чуть позже. И главное событие, которое мы сегодня будем говорить, это непосредственно встреча с Натальей на ее концерте, который состоится послезавтра, 5 августа, в ресторане Гауди. Ресторане Гауди. На лучшей нашей площадке в данный момент. Потому что, а где же еще Наташа выступать, как не на лучшей площадке города Кирова? Спасибо. Итак, в подробностях, что это будет за концерт, и приглашаем, соответственно, наших слушателей. Ну вот в связи с тем, что я провела целый год в Лондоне, так сказать, в столице музыкальной индустрии. Лондонская ссылка была. Слушай, может, нас кто-нибудь сошлет, а? В Лондон. Да. Вот. И денег даст перед этим еще. Да. И я являюсь большой поклонницей британской музыки. И вообще считаю, что это, ну, действительно страна, в которой родилось огромное количество прекрасных, талантливейших профессионалов своего дела, музыкантов. И в связи с этим я хотела бы поделиться и своим творчеством в том числе, и исполнить многие мировые британские хиты на площадке ресторана Гауди. Конечно же, мне будет помогать в этом замечательная инструментальная группа «Радио Текила Бэнд». Которые были неоднократно в нашей студии. Да, это очень хорошие, талантливые ребята, настоящие трудяги. Мы сейчас готовим программу, каждый день репетируем, не спим ночами практически. И, конечно же, еще будет один сюрприз на концерте. Я представлю свой видеоклип на свою песню, которую мы сегодня услышим в прямом эфире. Она называется «Friend», а идеей и оператором-режиссером этого видеоклипа стал Александр Панайотов. Который... Собственно, «Friend». Собственно, и есть «Friend». А, кстати, он так и сказал мне как-то раз, я буду считать, Наташа, что эту песню ты посвятила мне. Я говорю, Сашенька, все для тебя. Да. Уважаемые слушатели, ну можно я напомню, да, Наталья и Саша, коллеги по известному проекту, можно вспоминать конечно, его, да? Конечно, конечно, народный артист. Народный артист, да, вот коллеги, собственно, по этому делу. Так, он вначале будет предварять выступление, будет с 5 числа этот клип или как-то... И это, вообще, и вообще это будет премьера? Да. Это будет прям премьера. Прямо премьера, да? Кирове, потому что в сети его еще пока нет, и я планирую, наверное, его выложить в интернет ближе к осени. На канале, да? И на YouTube-канале, и в соцсетях, и, собственно, какой-то организовать, конечно, промоушен своей песни, потому что я считаю, что песня очень удачная, и она очень многим нравится, полюбилась уже моим коллегам, которым я давала ее послушать. А Саша, он... Мы всегда друг другу помогали, и по-дружески, и на такой дружеской, профессионально-творческой основе. Например, он очень сделал мне много аранжировок, я писала ему песни, тексты. И тут он предложил мне: «Наташ, песня классная, давай снимем клип». Я говорю: «Давай, конечно». А Саша же сочетает в себе огромное количество талантов. Он сам себе режиссер, сам себе аранжировщик, сам себе монтажер, сам себе композитор. То есть, ну, потрясающий, талантливый человек. И я подумала, ну, наверное, получится очень круто. И получилось действительно очень здорово. Ну, раз уж мы заговорили про песню, я думаю, что это прекрасный, ну, вот прекрасный шанс именно сейчас. Вот сейчас, да, в этот момент. Да. Ну, еще потом вернемся, поговорим, конечно. Ну, давайте, с нетерпением ждем, когда же все-таки прозвучит авторская композиция Натальи. Давайте послушаем, потом еще немножко обсудим. Words
Спасибо большое, Наталья Павловская. Есть композиция под названием «Friend». Частица ее прозвучала у нас в эфире. Где создавалась эта композиция? Потом я скажу свое впечатление от звучания. На самом деле создавалась она, конечно, в студии у моего хорошего друга-аранжировщика Ильи Пуговкина, который является саунд-продюсером группы «Наоми», в которой я никогда выступала и пела. Не-не-не, а где территориально находится студия? Студия в Москве. В Москве находится. Да. И бэк-вокал, который вот там звучит, это все его рук дело. Он большой мастер по строению голосов, гармонии. Он вообще... гармонии прекрасно делает, строит, и он... Но это живой голос-то, бэк? Живой, конечно, живой. Мы просто все раскладывали на голоса. Просто Наташа сказала, это его рук дело, я так думаю. Я имею в виду задумка самого, самих гармонических построений вот этих вот. Это была его собственная задумка, и он мне очень помог, конечно, и я просто всегда к нему обращаюсь, когда какие-то мне нужны аранжировки, я вот хочу, чтобы именно этот человек реализовал мое творчество, облёк его в некую такую инструментальную форму, потому что мне очень нравится с ним работать. Ну, просто хорошо получилось. Да. Ну, просто у меня вопрос, это до британского путешествия, лондонского, после или во время? Это было до британского путешествия. А до еще? Просто я сейчас услышал такой абсолютно какой-то европейский такой трек, вот такой мягкий, очень симпатичный. Ну, я бы не сказал, что чисто европейский. Я прям европейское какое-то дыхание такое. Я как раз наоборот, там больше немножко Америки услышал. Америки, да? Есть там такие негритянские ноты хорошие. Вот так саксофончик такой пикантность придает, там очень здорово. Спасибо большое. Ну, в общем, в любом случае, то и другое нужно расценивать как комплимент, мне кажется, да. Да, спасибо. Звучит здорово. Спасибо. Премьера, еще раз напоминаем, клипа на эту композицию, композиция под названием «Friend», состоится во время выступления Натальи 5 числа в ресторане «Гауди». Послезавтра, получается, да, в воскресенье в «Гауди», начало 19:00. Я не вижу возрастного ограничения, а нам надо... 12+. А, 12+. 12+. Нам надо его. У нас это написано, где вот ограничение, где мы будем разыгрывать же сегодня пригласительно. А, у нас есть пригласительно. Конечно. Точно. Обязательно разыграем. У нас еще масса других призов. Мы чуть позже их еще раз вам напомним. Напоминаем номер нашего телефона 211-101. В том числе мы будем ждать вопросов от Натальи. Еще хотим поговорить, конечно же, о ее поездке в Лондон, где она целый год, да? Целый год провела. Ну, почти целый год. Не просто так. Не год гуляли по Лондону, а, видимо, там что-то с пользой для себя в том числе. С пользой, конечно, в первую очередь. Давайте сейчас пауза небольшая у нас. И поговорим, да. Продолжим. Культпоход. Николай. Что? Вводите, Владимир, в курс. Я имею в виду призы. Призы. Давайте озвучим, потом Наталью послушаем вопрос. Постараюсь коротко. То есть у нас сегодня книги прекрасные. Как в СССР принимали высоких гостей. Книга просто чудо с картинками. Посмотрел. Мне сразу Брежнев вспоминается, мне который целоваться лез. Да, Леонид Ильич. И мне захотелось, чтобы меня приняли в СССР, вот как в этой книжках принимали. Илья Кулибин, «Говорящие фамилии», ставшие нарицательными пришедшие названия. Удивительная книга. Я почитал с большим удовольствием. Много чего узнал, даже вот пока здесь эфир был. Пока Макс пел, я как раз взял, да и почитал немножко. «Когда дым застилает глаза», это ужасная книга. Человек рассказывает, как он 6 лет работал в американском крематории. Для любителя книжечка, конечно, на любителя. «Луиза Олтерс, чемодан миссис Синклер» — это очень красивая сказка о любви. Ну и «Милена Бускетс», это тоже пройдет, тоже интересный очень роман о 40-летней женщине, которая потеряла мать, но находит себя все-таки. У меня, простите, сейчас не очень корректная шутка, может быть, пришла на ум после вот про эту книжку, про крематорий. После прочтения «Сжечь». Простите. Это может быть даже и есть. Это книги нам предоставил магазин «Читай город». Их можно все купить там и многие другие тоже книги. Также вы можете пойти на любой фильм или любой сеанс в кинотеатр «Дружба». Еще можете отправиться. У нас достаточное количество пригласительных на выставки «Оттепель» и выставки «Гол». Это фотовыставки. Чудесные совершенно выставки, да, для тех, кто любит искусство фотографии. Сертификат на 4 занятия в школе современной музыки «Практический метод». У нас также 2 приглашения в ресторан «Гауди». Это сегодня там концерт «Эль Танго» в 8 часов вечера. 2 билета за барную стойку. И 5 августа Наташа Павловская, наш сегодняшний гость, приглашает на свой концерт. Билет на 2 также за барную стойку в ресторан «Гауди». 12+ ограничения. Наталья, пожалуйста, вопрос нашим слушателям. Давайте проверим их бдительность, музыкальный кругозор, потому что, безусловно, у нас вопросы будут связаны именно с музыкой, с британской музыкой. Британской музыкой. Сейчас я назову 3 исполнителей или коллективов, и нужно сказать, кто из этих исполнителей не является представителем Великобритании. Итак, то есть не живет там, не творит там, не родился там. Просто из другой страны, да, ребята, вот и все, да. Эми Уайнхаус, Криденс и Куин. Эми Уайнхаус,
Creedence Clearwater Revival и Queen, да, вот три коллектива. Ну, пожалуйста, 211. Которые из них не имеют отношения к Англии? Ну, тут просто прозвучали такие названия уже, тут музыкантов, да, уже, да, причем, некоторых нет уже с нами, к сожалению. Да, интересно, да, вот здесь у нас ведь это «С любовью из Лондона», да, но здесь вот тоже ведь не все британские. Ну, личные предпочтения, личные музыкальные симпатии, видимо, да. Ну есть, что, у нас есть желающие ответить, да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Наталья. Да. Наша постоянная слушательница. Хочу попробовать Queen, может быть. Ну, мы всегда первый неправильный ответ как бы прощаем, да, у вас остался два варианта. Вот сейчас Наталья очень... Второй вариант ответа. Два варианта ответа у вас осталось. Либо мы говорим про Эми Вайнхаус, либо про Creedence Clearwater Revival. Вот который второй. Чтобы долго не говорить, да? Извините, мне не вы говорите, я выбираю себе. Коротко говоря, Creedence. Ну, это, наверное, правильный ответ, да, Наташа? Это правильный ответ, вы победили. Потому что Эми Вайнхаус, конечно, да. Наталья, поздравляем вас. Итак, у вас прекрасная возможность есть попасть на концерт Натальи послезавтра. К сожалению, в 5 числа меня в городе не будет. Вам не повезло. Да. Ну, тогда делайте выбор в пользу чего-то другого. Кому-то повезет. В кино, может быть. В кино. На любой фильм и любой сеанс в кинотеатре «Дружба». Хорошо. Не кладите трубочку. Наш редактор объяснит вам, как получить. Давайте поподробнее, да. Поговорим сейчас о Лондоне. О Лондоне. О Лондоне ждем. О лондонском пребывании. Что вообще стало целью поездки? Ну, во-первых, какие компетенции наработать, как это сейчас современным языком выражались? Mm-hmm. Собственно, так оно и получилось. Я решила повысить уровень своей квалификации и профессионализма. И решила, что очень хочу поехать попробовать поучиться за границу, потому что мой взгляд не сразу упал на Лондон, если честно. Был выбор между чем-то и чем-то, такими городами, ну, то есть, и странами? Ну, то есть я рассматривала также Италию, рассматривала рок-академию в Нидерландах. В Нидерландах? Рок-академия, да, почему нет? Есть. Там вообще все есть. Как в Греции, да? Очень много музыкальных заведений вообще по всей Европе. Я хотела именно освоить новые вокальные техники, и, конечно же, вот это было достаточно сложно, потому что мне пришлось пройти ряд собеседований для того, чтобы меня одобрили именно вот на тот факультет, который я хотела, выбрала в Лондоне, в лондонской школе, которая называется The Institute of Contemporary Music Performance, Институт современного музыкального перформанса. И, конечно, подготовка была такой мощной, потому что помимо того, что мне нужно было пройти ряд собеседований, чтобы меня одобрили на этот факультет, нужно было еще сдавать экзамен по английскому языку, по академическому английскому языку, который называется IELTS. Uh-huh. Это достаточно серьезная была подготовка, но я получила достаточно высокий балл. И, то есть, это говорит о том, что в школе английский хорошо вы учили? Ну, конечно, время. Знание в английской школе... Школа номер 29 наверняка тут, да, да, дала свою. Сыграла... 29-й школе, привет! Да-да-да, всем привет ВГГшникам. И, конечно, эти знания сыграли большую роль, но нужно было еще дополнительно готовиться, потому что даже говорят, что сами британцы не могут так вот сходу сдать этот экзамен, потому что к нему нужно готовиться, там определенное построение фраз, определенные, как бы, то есть какие-то свои правила есть, которые нужно соблюдать. И, ну и затем, собственно, я получила визу, что тоже, чего тоже очень сильно опасалась, что не получу в связи с натянутыми, так сказать, отношениями наших стран. Ну, а натянутые отношения на уровне правительств, уж так, наверное, уточнить. Ну, да. А на уровне обычных граждан, мне кажется, да, Николай? Нет? Да, я, по крайней мере, не замечал никаких натянутых отношений с своими британскими друзьями, скажем так. Вот у меня то же самое, вы знаете, я... Среди которых Элтон Джон? Ну, нет, к сожалению, нет. Пол Маккартни, к сожалению, нет. Я подружилась очень со многими англичанами, и действительно, среди них, конечно, встречаются иногда снобы, как они говорят. Но есть очень хорошие ребята и девчата, очень приятные в общении, и, то есть, готовые как-то помочь тебе, раз ты приехал в новую для себя страну, они готовы оказать тебе поддержку, помощь. Очень общительные. Я не почувствовала никакого предвзятого к себе отношения. И действительно, среди них есть те ребята, с которыми я прям сейчас плотно и сотрудничаю, и активно общаюсь, и дружу. Поэтому, конечно, этот год вообще для меня был потрясающий. А там вот вообще, Наташа, вот эта система занятий в этой школе, она такая довольно-таки, ну, напряженная, скажем так. Да-да-да, и мне интересует, для кого вообще эта школа, вот озвученная вами, в ней могут позаниматься как действующие артисты, как начинающие, все желающие, для кого она вообще? Эта школа для того, чтобы действительно, это в основном там есть и начинающие артисты, и действующие артисты, угу, разных абсолютно возрастов, разных возрастов, из разных стран. Да. Понятно. И система обучения проходит
проходит таким образом. То есть, во-первых, занятия у нас проходили всего лишь 3 раза в неделю. Но главное, что нам нужно было делать, это самостоятельно готовиться, искать материал. Мы писали огромное количество книг, эссе и различных работ. То есть это было не просто практические занятия, касающиеся вокала и других инструменталистов. Мы, по всему, кроме всего прочего, готовили различные эссе, работы. И у нас была теоретическая часть. Например, мы осваивали знания по сольфеджио, в том числе. Оно у нас тоже там было. Ну, у меня уже был багаж. Осваивали или повторяли, закрепляли в вашем случае? Музыкальную эту школу, насколько я помню. Мы закрепляли и осваивали что-то новое, потому что разный уровень был подготовки у студентов. Поэтому, собственно, кому-то требовалось больше, например, посидеть над предметом. Но что мне очень понравилось, что преподаватели всегда шли навстречу. То есть можно было запланировать какую-то отдельную встречу с ними наедине. И вообще состав преподавателей, конечно, впечатлил меня очень, потому что все они действующие музыканты, либо инструменталисты, либо вокалисты. Вот у нас была одним из педагогов по вокалу была девушка Эми. Она пела даже на бэк-вокале у Кристины Агильеры в свое время. И для них вот, ну, вообще большая честь преподавать в этом университете. Вообще они любят свою преподавательскую деятельность, и они к этому относятся крайне серьезно. Поэтому... Это такая семейная атмосфера создается во время очень занятий. Демократичная. Теплая, дружелюбная, да? Очень демократичная. Обнимашки там, можно пожаловаться преподавателю, там поплакаться. Вот у меня это не получается. Она тебе говорит, ничего, давай будем стараться, все получится. Там даже можно высказать свои недовольства в плане каких-то моментов учебы. Например, если кто-то хочет что-то... какие-то дополнительные знания получить, пожалуйста. То есть все это обсуждается. У нас был такой урок, тьюториал назывался. Там мы обсуждали предстоящие планы на неделю, все наши предметы, все наши экзамены. И вел, кстати, этот предмет у нас замечательный барабанщик. Он просто феноменальный профессионал своего дела. Он, ну, у него чувство ритма просто безупречное. И он нас курировал, собственно, в процессе. Как зовут его? Гаррет Спайсер. Гаррет Джон Спайсер. Я думаю, что ему тоже удалось поиграть с огромным количеством мировых музыкантов, потому что все они вот так или иначе... Музыкальная индустрия в Англии вообще достаточно такая обособленная. Она... Рынок, не сказать, что очень велик. Вот, поэтому... Все друг друга знают, и все друг другом играют, все друг другом поют. И вообще, конечно, музыкальная атмосфера потрясающая в Лондоне. Угу. Но времени свободного было? Времени свободного практически не было, да? Но я все равно находила время для того, чтобы посещать различные открытые микрофоны, так называемые open mic'и, jam session'ы, на которых... То есть подойти и исполнить, да, что-то? Подойти и исполнить, то есть, и причем, ну, в основном, конечно, были очень поющие, очень хорошо играющие музыканты, и даже приходили иногда какие-то известные личности, и все это происходило на бесплатной основе просто ради своего кайфа, ради своего удовольствия, ради того, чтобы отпраздновать этот музыкальный мир и, то есть, ну, сыграть то, что нам нравится, или спеть то, что нам нравится. Наташа, а если честно, вот перед началом всего этого был страх, ну, не знаю, как боязнь, что, ну, вот, я, может быть, там, хуже, чем другие, или там что-то вот в этом роде. Ну, понимаете, о чем я говорю? Вообще, у меня был страх, что я, например, не пройду собеседование. Ну, конечно. Ну, то есть, всякое же может быть. Я представляю себе, что, наверное, как бы, то есть, из страны, из которой есть такие выходцы, такие талантливые артисты, наверняка там очень много претендентов на, собственно, на мою позицию, и наверняка очень много поющих, талантливых артистов. И вообще, конкурс-то большой в эту школу, да? Много желающих позаниматься? Много желающих позаниматься. Вот. И вы знаете, когда собеседование прошло успешно, у меня, конечно, немножечко стало полегче. Чуть-чуть не такое нервное напряжение было. Но в любом случае, когда я туда поехала, мне было очень волнительно, потому что новая все-таки страна, и нужно там провести будет целый год. Я, конечно, туда не жить собралась, ехать в какой-то момент, но все равно это было страшновато немножко. Как вот меня воспримут, какой там менталитет. О культуре Великобритании я знала уже достаточно на тот момент. И, конечно же, хотелось произвести наилучшее впечатление, прежде всего, на педагогов, которые нас обучали. Такой создать легкий коллаборейшн с музыкантами, сотрудничать с ними, найти общий язык. И я считаю, что мне это удалось. Удалось.
Я даже вот тут осмелюсь так это заметить. Очень сильно удалось. Мне такое ощущение, что ты до сих пор немножко по-английски разговариваешь. А на русский переводишь уже, да, походу. Серьезно? Кстати, да. Вот есть такое ощущение, да, что когда вот говоришь с человеком, который хорошо знает русский язык, но он иностранец, да? Он вот говорит примерно так же, как ты сейчас говоришь. Да, но мне, кстати, уже не первый человек такое ощущение, что ты думаешь по-английски, а говоришь уже по-русски с переводом. Ну, что вы хотели, год на туманном, на берегах Туманного Альбиона, в принципе, да. Это очень серьезная цифра. А преподаватели, вот их подход просто... И многие преподаватели вот так сходу нападают на человека и пытаются, чтобы там выжать из него все максимум. Вот покажи мне, на что ты сейчас способен, я там пойму, работать дальше с тобой или не работать. Там также такой жесткий подход достаточно тут, у педагогов в целом. Подход очень, во-первых, индивидуальный, что мне очень понравилось, потому что уровень студентов очень разный, и они нам, преподаватели, постоянно нам намекали и внушали нам то, что каждый из вас обладает уникальным голосовым аппаратом, каждый из вас это уникальная индивидуальная личность со своим особым подходом, со своей манерой, со своей подачей, со своим видением, со своим музыкальными предпочтениями. И поэтому они говорили, что самое главное, это, конечно, подражание, это хорошо, но выработать свой собственный стиль, это очень важно. За подражание ругают? Нет, потому что на начальных этапах и вообще в детстве это в принципе, очень многое нам дает, потому что мы учимся все равно у больших профессионалов своего дела. Это ступенька или несколько ступенек. Это как бы, да, это копирование. Наши кумиры определяют нас во многом как артистов в будущем. Но, как бы, естественно, нужно вырабатывать свой собственный какой-то индивидуальный стиль и пробовать что-то новое. И вот как раз задача преподавателя была вытащить из нас вот это вот наши особенности какие-то уникальные. И мне это очень понравилось, потому что я на себя даже немножко по-другому посмотрела, как на вокалистку, как на артистку. Вот со мной работали именно над моим тембром и над различными вокальными техниками в том числе. То есть мне это очень понравилось вообще, как вот они обращаются со студентами, как они ведут уроки. Очень заинтересовывает. Вот, и вот эта неформальная обстановка, она способствует и мотивирует тебя получать новые знания. Это здорово, конечно. А какой у Натальи тембр? Сейчас я задумался. Николай, помогите. Ну вот женские голоса, я имею в виду. Ну, вы имеете в виду... Ты имеешь в виду диапазон. Диапазон. Тембр — это наша особенность нашего... Это как бы тон нашего голоса. То есть это вот звук, звучание, окраска. Это вот тембр. А высота — это другое? Да, это немножко другое. Прости, задумался. Но в конце концов мы с тобой не заканчивали лондонскую школу, да? Ну да. Так что нам можно. Наталья Поволоцкая у нас в гостях в программе «Культпоход». Еще раз приглашаем вас на концерт с Натальей, который состоится в ресторане «Гауди» послезавтра, 5 числа, в воскресенье, начало 19:00. Наталья исполнит известные композиции британских артистов. Адель, читаем мы в программке, Элтон Джон, Джордж Майкл и так далее. Стинг там тоже. Да. И Криденс там есть, который как Криденс, сегодня уже выйдет. Джесси Джей. Долго создавалась эта подборка? Ну, вообще, или прям сходу? Ну, не сходу. Я, конечно, говоря, находясь уже в Лондоне, уже планировала этот концерт, и мне было очень интересно попробовать что-то сделать именно в своем родном городе, подобное, применяя свой опыт и свои какие-то предпочтения музыкальные. Конечно, я советовалась еще с некоторыми своими друзьями-музыкантами. И, собственно, из группы Radio Tequila Band мы тоже вот создали такой список, так сказать. Ну, ребятам же тоже надо отталкиваться. Конечно. От чего они могут сыграть, а чего не могут. Думаю, что они могут живьём. Это же живьем же они будут играть. Конечно, да, конечно. Да. Ну, я думаю, некоторые что для них невозможного не существует. Поэтому все в их руках, так сказать. У нас подошло время небольшой рекламы, после чего мы продолжим задавать вам вопросы, слушатели. У нас еще призов масса, так что не переключайтесь. Культпоход. Продолжая наше общение, я не скрою, сейчас спросил Наталью в перерыве о том, а была ли возможность попасть, прям вот в такое место, сакральное, по-моему, для музыкантов, музыки, знаменитая студия Abbey Road. Тем более, что недавно сэр Пол снова перешел эту дорогу. Да-да-да. Да, торжественно под запись. Очень весело. Фотки распространились в интернете. Видео есть. Бодро перебежал, но в сандалях. Сандалик, да. Расскажите, пожалуйста, Наталья, была возможность? Вы куда-то ходили, сказали. Вот на Abbey Road я, к сожалению, не попала, но у нас от школы был доступ, бесплатный доступ в очень хорошую оснащенную студию по всем
последним, так сказать, тенденциям. И, собственно говоря, также наша школа сотрудничает со студией Марка Ронсона, известного английского продюсера, который называется Tile Yard Records. Вот. И, собственно говоря, действительно там все оснащено по последнему веянию. Ну, именно просто посетить студию или, может, поработать? Нет, там, можно поработать. Именно поработать тоже можно, да. Классно вообще. Звукорежиссера к тебе приставляют. И вот, пожалуйста, да. Твори, пиши. Да. Да, в этой школе вообще царила такая музыкальная обстановка. Постоянно слышишь звуки инструментов, такая какофония стояла даже, потому что все играют, все поют. Ну, там звукоизоляция хорошая, все классы разделены. То есть постоянный творческий процесс. Постоянный, они постоянно трудятся с утра до вечера, что студенты, что музыканты. Вот это вот, так сказать, черта вот британского менталитета. Так, давайте вопрос. Что-то мы запамятовали, что мы еще и играть должны. Призов он полный. 211-101, и книжки, и билеты еще есть. Наталья Поволоцкая, еще один вопрос для вас, слушатели, внимание. Ну вот в связи с... Вот вопрос будет связан с британской культурой. В какой из главной исторической достопримечательности Лондона хранятся сокровища британской короны? Варианты будут? А зачем? Давайте без вариантов. Лучше без вариантов. Да. Тем более, что мы еще до эфира, я говорю, что те, кто учится в ВГГ, должны британской короны. Потому что они еще в пятом классе это проходят. А что там, трость, скипетр? Ну вот они не проходят перечень, но они просто знают, где просто это просто сокровище, да, британское. Где хранятся, да. Такое окутано тайной, что же это такое. А, кстати, практические задания там вам преподаватели давали. Так, ребят, в эти выходные вы должны забабахать 5 концертов. И принести нам такую-то сумму фунтов. Каждую неделю были какие-то выступления. Вы говорили, открытый микрофон. Нет, это вот и от школы в том числе, от школы в том числе. В каком формате эти выступления? То есть реальные концерты? Улица, клуб или что это? Большая концертная? Нет, у нас были концертные площадки, вернее, концертные залы в самой школе, в том числе такие небольшие, как бы, студии, ну, там, на человек на 30-40, наверное. Зрители это были студенты и преподаватели, да? А так вот с улицы нет? У нас было одно очень большое выступление от школы, это был своего рода такой экзамен уже, последний перформанс 40-минутный, мы вместе с... Нас разделили на бенды и на вокалистов. Мне повезло, мне попались две девочки просто наикрутейших вокалистки. Там одна девочка из Франции, другая из Эстонии. Они пели очень круто, и у нас как-то голоса так совпадали еще. И на этот концерт мы приглашали всех желающих, не только студентов и преподавателей школы, но и кого-то с улицы. И... То есть делали рекламу в интернете, в соцсетях. То есть такой же реальный концерт такой, это, да? Прям был, гиг. Это был прям, да, гиг, самый настоящий гиг. Еще раз напоминаем, вопрос наши слушатели мы вам задали, вернее, задала Наталья Поволоцкая, где хранятся сокровища... В каком здании, причем? В каком здании? В известном историческом здании. Давайте варианты ответа назовем. Я называю Биг Бен. Это что? Биг Бен — это здание? Ну, просто вот Биг Бен называю, чего? Вот назвал и все. Ну, давай. Давайте какой-нибудь заведомо ложный вариант. Так, погоди, если мы сейчас будем обсуждать, какие варианты заведомо ложные, то нас быстренько разгадают тут все. Поэтому давай не будем говорить, что заведомо ложные. Ты сказал Биг Бен, я, например, скажу Тауэр, а Наташа скажет Вестминстерское аббатство. Например. Хорошо. Да? Хорошо. Вот три варианта. Вот три варианта. Пока думали, люди уже позвонили. Уже есть звонок. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло. Да, добрый день. Добрый день. Ваше имя? Меня зовут Александр. Ваш ответ? Я думаю, что это Букингемский дворец. Так, ну мы, как всегда, первый неправильный ответ не признаем. Это не неправильно. Этого сейчас варианта не было. Даже среди не было, да, предложенных. Мы предлагали... Тогда Вестминстерское аббатство, может быть. Тоже неправильно. Тоже неправильно. Увы, Александр, не повезло вам сегодня. Да. 211-101, ждем звонков. Хорошо. Остается два варианта Биг Бен. Два варианта Биг Бен. И что я сказал? Тауэр. Тауэр. По-моему, Тауэр. Да, вот, да. Что-то такое. Мы звоните. Да. Хочу еще, да, спросить про очень важную составляющую, конечно, работы музыканта, ну, там, в том числе профессиональные музыканты с этим очень часто сталкиваются, с качеством звука, да, с качеством там, аппаратуры и так далее. Вот как с этим? Во время учебы, во время выступлений? Ну, там, конечно, техника, ну все очень здорово. Я могу только... Хороший аппарат, как хороший говорится, аппарат... и сейчас... Приятно петь, да, в микрофон, приятно вообще, как работают звукорежиссеры, насколько они профессиональные, насколько они дотошные. И, конечно, приходится очень много репетировать, но это только на пользу идет концерту и вообще всему остальному. А техника
опять же, я уже говорила ранее, что по последним тенденциям все оборудовано. И все, на всех концертах очень хороший звук. Единственное, что площадки в Лондоне достаточно маленькие. Вот это я заметила. Там все очень маленькое такое. А на концерте, кстати, какого-то известного исполнителя удалось побывать? Вот мне удалось побывать на концерте известной Джесси Джей. Джесси Джей, да. Чьи композиции будут звучать? Да, на концерте 5 числа, да. Она, конечно, круто работает, очень круто, профессионально. Бэк-вокалисты у нее просто сногсшибательные. Ну и вообще подача, манера, артистизм. Ну и ее же считают такой белой негритянкой в плане вокала. Понимаем, о чем, да. Да, поняли, о чем речь идет. Да, такая специфика. У нас, по-моему, кто-то догадался уже насчет сокровищ, нет? Добрый день, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Жигалин, вторая покупка. Да. Ну, давайте, либо пан, либо Тауэр. Тауэр. Ну, не всякий же раз Андрею Жигалину не повезет, да? Вот на этот раз повезло. Да, первым часть не повезло. Хорошо вам, правильно, да. Андрей, выбирайте приз. Ну, от пятого я тоже не смогу, к сожалению. Вот, а вот книжка «Говорящая фамилия» толстая ли она? Вы по толщине выбираете? Да. Николай, давайте скрупулезно подходить к вопросу. Два пальца толщиной, скажем так. Загляните в конец. Сколько там страниц? 350 страничек. Чтобы вы Николай посоветовали. Андрей, 350 страниц устроит? Ага, ну все, тогда это. Андрей, сейчас страниц, я думаю, с удовольствием полистаете. За пару часов скушает, как Андрей. Как филолог, вы ее с удовольствием прочитаете. Да. Не кладите трубку, еще раз подскажем вам, где эту книжку забрать. Буквально 3 минуты у нас остается до конца. Еще раз напоминаем, что увидеть и услышать Наталью Поволоцкую вы можете послезавтра, в воскресенье, 5 числа, в ресторане «Гауди». А кроме того, поприсутствовать на премьере музыкального клипа, да, который Александр Панайотов снял на песню Наташи Поволоцкой. Песня называется «Friend». «Friend». Это тоже будет 5 числа в «Гауди». Да, небольшой кусочек мы сейчас услышали. Давайте о планах поговорим, как это часто бывает у нас в общении с артистами. Что впереди? Что впереди? Россия или снова на второй курс? Ну, планы творческие и профессиональные, конечно, очень много. Я вот очень хочу реализовать свой первый сольный альбом. Он будет на английском языке, скорее всего, такой, наверное, первый он будет небольшой, из 5 песен, как называется, еще EP. И вот хочу немножечко похвастаться, можно так сказать. Вот когда я была в Лондоне, вот уже под конец учебы, мне предложили пойти учиться на магистратуру в этот же вуз. Что это значит? Это значит, что я миную бакалавриат за хорошие, так сказать, заслуги, за свой опыт и за хорошую учебу. Перепрыгивает эту ступеньку, да. Это, кстати, второй вот случай за историю вуза, когда вот студенту так разрешают. Вот так вот, знаете, Вятских. Вот, и вот тут буквально вот вчера подтвердили, все одобрили, и я, скорее всего, в сентябре снова уеду учиться, уже буду учиться на магистра. Это что? Поясните для простых. Вот, это новый уровень. Это высший уровень вот, образования считается. Такой уровень гуру. Уровень, как или бы, level number 7, как у них говорят. Уровень 7 уже. То есть это практически высший уровень образования, диплома, который ты получаешь. Ну, там дальше только докторская уже. А что диплом это дает в практическом смысле? Ну, он открывает большие горизонты и с точки зрения преподавания, и с точки зрения уже каких-то, например, моментов, связанных, если вы хотите изучать музыкальную науку, как именно не как вокалист, а как вот профессор или как... Как такой теоретик. Как теоретик, как... Да, да. То есть очень много. Ну, вообще, этот диплом, он котируется не только в Европе и в России в том числе, конечно же. Вот я хотел как раз спросить, в России-то знают вообще это документ о том, что магистерское звание, именно на степень. Можно показать, вот смотрите, я закончила, вот такая-то степень, и все. Так люди расплываются. То есть еще, еще на год, да? Это еще на год. Это еще на год. Да. Ну. Когда даже грусть в голосе. Да, ну, в Англию еще на год. Нет, я очень рада. Я просто не ожидала. Вот вчера только эта новость пришла, и я вот немножечко в таком подвешенном состоянии пребываю сейчас. Но меня просто еще волнительно по поводу концерта предстоящего, и поэтому сейчас столько всяких планов. Что, у нас звонок есть? Нет. А, нам подсказывают, что нам пора завершать. Уже перешли, да. Все, ну что, спасибо за этот визит к нам, Наталья. Спасибо. Было очень здорово пообщаться, о творческих планах послушать. Ну, в общем, как это говорят-то, делайте то, что считаете нужным.
Да? Спасибо большое. Если чувствуете, что надо продолжать учиться, надо учиться. Так ведь, Николай? Я думаю, что-то да. Советовать, да. Мы как бы что-то посоветуем. Мы советуем только нашим слушателям прийти 5 числа в ресторан. Приходите все обязательно, будет очень интересно. Да. 19:00, начало концерта. Напоминаем, в воскресенье в ресторане Гауди 12+. Спасибо большое, Наталья Поволоцкая, наша гостья. На этом программа «Культ поход» завершается. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Союз нерушимый» через 20 минут. Ну, а Николай, видимо, до свидания. До понедельника. Счастливо. «Культ поход».